Всем привет! Недавно, смотря стримы Мэдисона по прохождению вампирчиков, я понял то, что те, кто в первый раз хотят сыграть в 2021 году в этот шедевр, они сталкиваются с такой проблемой, то, что ставят себе много ненужного через всякие плюс-патчи, тру-патчи и так далее, которые для первого прохождения не нужны, да и для следующих прохождений, я считаю, они вообще не нужны, потому что добавляют очень много мусора в игру, который совершенно там не нужен. Но об этом в другой раз. Сейчас я хотел бы посмотреть, точнее показать, как, собственно, ставить правильную версию вампирщиков, чтобы получить в первое свое прохождение максимум комфорта, максимум наслаждения и поиграть в игру так, как это задумывали разработчики. Значит, что вам нужно? Вы, во-первых, заходите на официальную страницу вампиров в магазине Рутрекер, покупайте ее. Вот, а после того, как вы ее купили, скачали, она у вас будет в папочке. Собственно, вы нажимаете Setup, запустить, жмете Да. Собственно, смотрим, что выбираем. Здесь вы можете для интереса почитать, здесь ничего интересного, проскипываем. Здесь выбираем диск, ну это все понятно, и смотрим, что нужно оставлять, что не нужно. Во-первых, вы, конечно же, оставляете оригинальную игру. Затем вы ставите официальный патч. Затем вы идете сюда, ставите галочку на неофициальный патч. Здесь у вас будет какая-то, может быть, другая версия, когда вы будете ставить, это не важно. Важно то, что вы должны выбрать именно версию Basic, то есть только исправление багов, без всяких улучшений, восстановлений и так далее. Это полный кал, это вам не нужно. Собственно, здесь вы также ставите русификацию. Если вы хотите играть с русской озвучкой, вы еще и ставите галочку сюда, но я не рекомендую играть с русской озвучкой, потому что все-таки она не дотягивает до английской, хоть она и тоже хороша, прямо скажем. Здесь вы ничего не выбираете, это вам не нужно, это кака, фу. Дополнительно ставите вот здесь галочку обязательно, применить исправление совместимости, чтобы спокойно запускать игру. Здесь, в зависимости от вашего компа, вы можете поставить какой-нибудь из плагинов для улучшения графики, либо же поставить мод на текстуры, подрисованные нейросетями, обзор на который есть у меня на канале. И, в принципе, из обязательного все. Вот здесь главное галочку не ставить, различные данные твики. Это тоже полный кал. Очень все интересно и круто. Придумали фэны, чтобы вставить в игру как можно больше мусора. Собственно, вот оригинальный игровой мануал, это все можете поставить. Это не важно, это опционально. Это вот на ваш вкус и цвет, так сказать, без разницы. И, собственно, для модмейкеров тоже на вкус и цвет. Это для тех, кто хочет как-то модиком заниматься, кто там понимает. Если вы обычный пользователь, который просто хочет поиграть в игру, вы здесь все оставляете так, как у меня. Собственно, давайте еще раз посмотрим. То есть оригинальная игра, официальный патч 1.2, неофициальный патч последней версии, версия Basic стоит у вас, русификация и исправление совместимости. Вот это must-have набор, который должен у вас стоять. Все остальное кал, либо опционально. В принципе, объяснил. Нажимаете далее. Здесь тоже на усмотрение. Ставите галочки, это уже совершенно не важно. И ваша игра устанавливается. В принципе, на этом все. Думаю, теперь те, кто захотят поиграть в этот шедевр в первый раз, не столкнутся с проблемой ненужного контента. Всем спасибо. Всем пока.